немножко, кого, все, включил. Кого я имею в виду. Брательник, сейчас. Будь здоров. Не, вот стакан мой. Это твой? Не, вот, не имеет значения. Это вот хочу, мой? Да, мой? Да, хочу сказать, человек, которого я знаю столько лет, как бы, да, вот, давным-давно давай. Знаю, это человек, который от души. Конкин, ну, это я, да? Конкин Дима. Это я. Вот он. Да, это я. Вот пальцем показываю. Вот он. Да, вот это я. Я да. Пальцем... Ну, это я, как бы, вот. Да. Это я. Это человек, которого я знаю очень долго лет, как бы много лет, извиняюсь. Дима. Такой здоровый человек, очень огромный человек, но очень огромный души человек. Вот, от души за тебя, за твою семью, клянусь Богом. Я Самвел Джабиян, Конкин Дмитрий. Это я. Мы друзья, огромные друзья. Да. Очень хорошие друзья. И всем желаю такой дружбы между нами, да, Дима? Да. От души говорю. Честно говорю. Вот, то есть, как бы не имеет значения возраст, не имеет значения вес человека, да, имеет значение душа человека. Все. Да, да. Душа, главное, душа. Теперь я говорю, смотрите, давай. Спасибо. Вот я говорю за все такое, потому что, да, единственное, я могу зайти спокойно в гости, спокойно, без нервотрепки. Мы за 15 лет, за 14. Да. Там около 14 лет. Мы ни разу, не то что там не поругались, плохих слов я не слышал от этого человека. Вот так вот, да, мы не часто там. Не обязательно ходить каждый день в гости, как бы иметь там дружбу. Нет. Это никакого значения не имеет. Нет, это люди. Нет. Общение доставляет удовольствие. Вот дружба. Вот все это правильно. Вот так вот. Когда ты приходишь к человеку, и ты с открытой душой, он с открытой душой. Да. Хотя живем в непростые времена. Да. Вот. Поэтому вот я хочу выпить, сейчас покажу такого. Вот за этого прекрасного человека семьи. Дмитрий Конкин, за тебя, да, по-братски. И за тебя, Самвел Шагена. Сейчас, секунду. Спасибо, Дима. Спасибо тебе, Самвел, давай, сейчас я. Оп. Человек, которого я уважаю и очень люблю. Да. И за его жену Марину Николаевну. Алексеевну. Алексеевну. За Марину Алексеевну. Прошу прощения. Я понял. Все, Дима, давай. Огромное. Это сегодня огромное. Все это будет сегодня на YouTube. Я понял, братан. От души говорю, честно. Клянусь Богом. Все. Сколько душа? 2:30. Опять? Ой, извиняюсь. Вот тогда? Ну да, вот можно так. Это уже видео. Да, вот так. Я видео? Да. Я извиняюсь. Ты мне, подожди, сейчас я возьму. Дима. 100 грамм для храма. А 100 грамм как? А 100 грамм? Ну вот так мы сидим. А 100 грамм или как? Да. Будьте здоровы, ребята. Да. За вас, за нас, за большой спецназ. Но это мы как бы друзья, честно говоря. Неплохие, Димыч, обалденные, не, правда, обалденные. То есть, вам того же, чтобы с нами такие же были ребята, как вот со мной парень сидит. От души говорю. Давайте. За вас, за нас, за такого товарища, друга моего. Вот так вот. Не шалам халам надо.